лесу прятки, из гуляния, игривые и Гриша беседы. Посиделки проходили, как правило, в специально снятом доме. А в теплое время года посиделки проходили, собирались во дворе, на улице, на поляне у разведенного костра. Начинались посиделки в чисто девичьем составе. Девушки приходили первыми, рассаживались по лавкам и начинали прясть. Юноши присутствовали на посиделках в качестве гостей. В один вечер они могли посетить несколько посиделок. Ну вот, все уже и собрались. Для поднятия настроения и чтобы народ поспешить, создавались разные смешные рассказы и стихотворения. Не боится. В них говорилось о том, что никогда не было и быть не могло. Откровенная выдумка. Где это видано? Где это слышно? Чтобы курочка бычка родила, поросенок яичко снес, да на полочку унес. А полочка обломилась, а яичко-то разбилось, овечка расхохталась, кобылка раскудахталась, ой, куда-куда. Не бывало у нас такого, чтоб без руки наши плети покрал, голопузой за пазуху поклал, а слепой-то подглядывал, глухой-то подслушивал, а без ноги водогон побежал, без языка и караул закричал. Рады-рады светлые березы, и на них от радости вырастают розы. Рады-рады-рады темные осины, и на них от радости растут апельсины. Дождь пошел из облака, и не град, посыпался из облака виноград. Вороны над полями вдруг запели соловьями. И ручьи из-под земли сладким медом потекли. Хуже стали бабами, лысые кудрявы. Даже мельница и та заплясала у моста. Так Никите же за мной на зеленые луга, где над синей рекой встала радуга дуга. Мы на радугу вскарабкаемся, поиграем в облаках, и оттуда по радуге на салазках на коньках. Другое уникальное произведение народного творчества – это частушки, короткие рифмовые песенки, в большинстве случаев состоящие из четырех строк. Истоки частушек – игровые и блесовые предметы, сборные, хоровые песни, свадебные дразнилки. Частушки создаются преимущественно сельской молодежью, используются на одну мелодию целыми сериями во время гуляний под гармонь, балалайки или без музыкального сопровождения. Любой без труда их узнает. Не учиться неохота, а частушки петь не лень.
повседневной жизни славян и обязательным элементом праздничных мероприятий. С помощью игр можно не только повеселиться, но и ненавязчиво научить подрастающее поколение ловкости, храбрости и благородству. Жмурки, городки, салки, ладушки. Им нет числа. Эй, ребята, не зевай, пойдем в ручеек. За ваше прекрасное выступление. До свидания, до новых встреч.